Модель Mercedes SSKL 1931 года, в масштабе 1 к 43 от производителя New Ray. Данная модель изготовлена из металла, как кузов, так и крылья модели изготовлены из металла. А днище модели сделано из пластика. Модель изготовлена довольно просто, но тем не менее довольно симпатичная машинка. Единственное, что мне у нее не нравится, как сделаны колеса, сам диск и покрышка, они изготовлены из пластика. И так как машина очень старая, и на ней на диске таких много спиц, то здесь вот они не очень хорошо изготовлены, то есть нету отверстия, а просто такая отливка. Ну, в принципе, кто если поменяет колеса на данной модели, то она будет очень-очень такая конкурентоспособная. Вот, данная машина сделана в таком двухцветном окрасе. Это бежевый кузов и такие темно-коричневые крылья. Салон у модели также очень простой. Такие зеленоватые сиденья, черная панель приборов. Сзади имеется две запаски. Если посмотреть дно, то оно тоже такое довольно простенькое. Написано фирма-изготовитель, название машины. Вот эта машина, как видите, была сделана для гонок. Милья-милья. И водитель был Карачиола, если я правильно произношу эту фамилию. Вот имеется выхлопная система. Вот такая в хромированном исполнении. В принципе, очень такая симпатичная машинка. Какие-то вот тут чемоданчики. Единственное, что мне не нравится еще, это то, что нету значка на крышке радиатора. Но может у такой машины его и не было, я не знаю, в гоночной версии.